Нет. Надеемся, что советы врачей вам пригодятся, и вы ими обязательно воспользуетесь. Спасибо им большое. Приезжайте к нам еще. Так, ну а продолжим дальше. Ваша профессия – одна из самых важных и сложных. Ведь вы не только даете знания. Огромных душевных сил стоит разглядеть в своем воспитаннике золотое зернышко и помочь ему прорасти. Пусть каждый из вас получает огромную отдачу от своих воспитанников. Пусть всегда будут силы и желание работать только с улыбкой. Желаем душевного равновесия и педагогических побед. И вот, вашему вниманию, мы вам предоставляем видеопривет, так сказать, из прошлого. Внимание на экран. Из прошлого? Откуда? И нашим воспитателям. Поздравляем вас с днем учителя. Представляем вашему вниманию этот видеоролик. Все это ласковое день, обрадование, и ругаться не придут, самым трезвым, потому что каждый умный сейчас. Желаем вам побольше успехов в работе. Большой любви.